хотите снимать крутое макро-видео или макросъемку, для этого необходимо дополнительный макрообъектив. Как его сделать, как его прикреплять к мобильному телефону, где его взять, все будет в видео. В видео покажу, как это сделать с объективом от крутой камеры видеонаблюдения. Ну, вы можете у себя дома или у родителей, или у друзей найти объектив или линзу от другого какого-то оптического прибора, например, от какого-нибудь фотоаппарата, разобрать объектив от старого фотоаппарата. Вот макросъемка максимального разрешения, используя фотоаппарат, ну, камеру без макрообъектива. Сейчас установлю этот макрообъектив и покажу разницу. Теперь я снимаю с макрообъективом. Как видите, разница существенная. Можно наблюдать за самим процессом, снимать в совсем другом разрешении. Здесь уже не так это легко делать, но вот, пожалуйста, вот таким образом можно следить, обращать внимание на цветы или на тех же самых насекомых. Как сделать легко такой макрообъектив? Сейчас все вам покажу, вы все сами увидите. Попалась вот такая камера уличная для съемки. Она сломалась, уже не подлежит ремонту. И вот из этой оптики я собираюсь сделать макрообъектив для мобильного телефона. Что необходимо сделать? Если вы видите, то здесь вот есть такие три насечки на прямо сверху на камере. Это место для откручивания линзы. Откручиваем линзу. Линза хорошего качества. Это фирменная камера для видеонаблюдения. Все, теперь в принципе видеообъектив готов. Теперь осталось каким-то образом одевать его на камеру. Вот это чехол, вот здесь у меня камера сейчас с этим телефоном снимается. Вот так необходимо будет прилепить прямо на камеру. Что необходимо сделать? Есть двухсторонний скотч, такой толстый, миллиметровый, с утолщением. Необходимо сначала вырезать в нем отверстие под стекло объектива, именно под стекло. Желательно как можно больше, чтобы это не мешало, во всяком случае больше, чем сама камера на телефоне. Отрезаем кусочек. Ну, все, теперь у нас есть вот такое приспособление для того, чтобы прилепить к телефону. Самый быстрый способ: к центру прилепляем, приклеиваем. Все, таким образом можно теперь, снимая пленку, одевать на телефон. Чик. Одевать и снимать. Когда снимаем,
Для того, чтобы оно потом никуда не прилипало, сюда нужно будет такой скотч, этот же или уже теперь целый, без дырки, кусок пленки такой нужно найти или от того же скотча оторвать, для того, чтобы он был многоразовым. Прилепить, как одевать на телефон. Покажу на примере этого телефона. Снимаем, отцентровал, прилепил, все. Макросъемка не так часто необходима. Суть макросъемки в том, чтобы с большим приближением, в любом телефоне есть макросъемка, но она снимает с ограниченным качеством. Если поставить еще и макрообъектив, то это качество улучшается, увеличивается само разрешение, но и также с более близкого расстояния можно делать снимки. Ну вот таким образом. Теперь снял и поставил пленку. Можно отложить до следующего раза. Таким образом можно очень быстро, без затрат, сделать дополнительный макрообъектив для мобильного телефона. Так, разница очевидна. Думаю, что без сомнения можно использовать на вооружение такой способ, причем он несложный. Подписывайтесь на канал. Будет интересно и другие приспособления, которые есть на этом канале, ну а также видео полезное для дома. Всего доброго!